Всем привет, кто соскучился по урокам. Сейчас расскажу, как очень быстро и легко сделать переход. Переход необычный, называется микширование. Плавное смешение, или как его еще можно назвать. Вот у нас два клипа, и нам нужно, чтобы один кадр растворился плавно в другом. Важно для начала понимать, что края клипов должны быть подрезаны, иначе этот переход не сработает. Ему просто нечего будет смешивать. Поэтому мы быстренько подрезаем эти два клипа, выбираем самые интересные моменты. И, кстати, лайк, подписка на канал. Вот мы подрезали, выбрали самые вкусные моменты. Теперь кликаем правой кнопкой мыши по соединению между ними. И нажимаем Apply Default Transition. У нас появляется этот переход. И все работает. Проверяем. Все смешивается. Его можно регулировать как вам удобно. Но все это зависит, насколько переход может захватить кадров в клипе. Если вот так вот совсем их укоротить, то переход может быть мега долгим и заполнять все кадры. Но я не советую так баловаться. Такие длинные переходы ни для каких задач вам не пригодятся. Они должны быть легкими, маленькими и незаметными. Пиши в комментариях, что еще хочешь узнать. И жди следующего урока. Он будет совсем скоро.